новый аттракцион. Смотрите, вот они все, видите, трое. Вот они, все собачки. Тут. И теперь считаем. Раз, два, три. И они уже здесь. Сколько понадобилось? 3 секунды. Началось. Мирка, думаю, куда сейчас пойду. Она, смотрите, готова в любую сторону помчаться, в любую. Ну не поймет, что же хозяин задумал. Куда же он рванет сейчас? Теперь у нас тут туннель. А не, чтобы гуськом пройтись по туннелю, да? Они меня сейчас чуть с ног не сбили. Мирка! Уйди от лирика. Всем хочется идти гулять. И лирику тоже хочется идти гулять. Мирка. Мира. Хочет Мирка всех задеть. Хочет везде показаться, появиться, проявиться. А Марсик пошел по периметру. Сразу же. Видите, оттуда видели? Вот он четко начинает границу. Он не халявит. Он бы мог начать отсюда, от туалета. Но он прямо вот оттуда. Вот там периметр начинается. И он идет. Хотел пойти за туалетом, но там стоят штуки. Мешает ему идти. Сейчас мы уберем. Это... А, вот они. Мы их не уберем. Это бананы утеплять. Ладно. Пошли. Пошли. Мы в сад. У меня есть дело здесь. Небольшое по саду. Просто так я не хожу. Стараюсь. Ну, как бы, какое-то дело выполнить. Я вот сегодня утром, видите, здесь чистил водоем. И смотрите, сколько всего. Так надо убрать. Если это не убрать, ветер потом опять это все надует в водоем. Поэтому я должен это все убрать. Конечно, двумя руками мне бы было бы лучше бы. Ну, вы знаете, что я привык все делать двумя руками. Просто у меня в одной руке все. Вот так практически. В одной руке у меня камера, а в другой руке у меня вот. Пошли. Идет по периметру, фыркает, как паровоз по рельсам. Вот. Ивушка немножко стала оживать. Обрезали ее. Не хватало ей питания. Хотя корни уходят у ивы и на 5 метров. Что? Что ты стал? Как вкопанный. Идет, каждый сантиметр проверяет.
Иди. Иди по своему периметру. Вот еще у него тут, видите, стоит бак. Приходится обходить мастику. Обошел. Ну что, я вот кинул. Теперь это надо все растрясти, чтобы она сохла. Вот, и пойду помою руку. Головой стукнулся об ветку. Вот она, ветка, видите? Ну, слабенько так стукнулся. Не упал. И сознание не потерял. Где-то тут груша была. Оставалась. Вот она. Вот. Вот. Вот какая маленькая. Все, боярышник уже отцвел. Что-то здесь. Эта ветка сломана. Когда спиливали вот это вот, вот это дерево, и ветка упала и повредила, видите, вот боярышник. Серега там траву скирдует. Это он и носит. А я думаю, откуда трава? Ага. Потерял, но увидел. Вот он, боярышник, видите, какой красивый. Вкусно. Интересно, мы там посылку боярышника положили. Дойдет? Интересно, как. Чё задумался, Серёг? Чё задумался? Смотрю, что-то нес, уронил, бросил. Вот Марчик тебе в помощь. Иди, помоги Сереге. Иди, сказал Марчик. Иди, помоги Сереге. Что он тебе, зря семечек дает, что ли? Делится с тобой. Иди. Серега в обход пошел. Вон там. Не хочет на камеру попадать. Когда как? Вы не поймешь. Сейчас решил обойти. Да, мы вот пришли к маленькому водоему. А здесь вот пастбище. Бульдожек. Орехи едят. Фундук. Все. Вот я их сюда и привел. Вот моя какая задача была. Привести их незаметно к фундуку. Сейчас они будут находить. О, Лирик уже нашел. Слышали? Щелкнул. Сейчас Марчик найдет. О, я нашел. Видите? На, Марчик. Марчушка. И ты теперь будешь щелкать. О, Мирка щелкает. Слышите? И я сейчас щелкну. Слышали? Вот и я щелкнул. А чё мне?
тебе дать. Ну, пришла. Я хотел съесть. Ешь, съесть давай. На, вот он. Марсик, ты съешь. Марсик съешь. Это не очень приучено к орешкам. А эти приучены, эти аж трясутся за орехами. Ну вот я и привел их. А сам сяду на лавочку, буду наблюдать. Ну, поприветствую землян, правда. Вот. Вот это я. Александр Дов. А ты что? Идите, ешьте орехи. Бегом. Вперед. Они захотели корма рыбьего. Не буду я вас кормить кормом. Все, посижу, понаблюдаю за вами. Как вы тут пасетесь. А ты со мной будешь сидеть, да? Ну, давай. Любуешь. А что тут? Вот он, инжир рядом. Хоп, и сорвал. На. Ешь. Вкусненький? Ага. Конечно, вкусненький. Смотрите, какой сочный. Ешь. А вы идите орехи собирайте. Все. А я буду любоваться, вон, на Кузю смотреть. Или на небо, на облачка. Или на тебя. На кого мне любоваться? Или на Марсика? На Марсик любуется на гортензии. Все на что-то любуются. А я любуюсь на всех. Ну что, хорошо здесь. Рядом инжир. А рукой подать. Вот раз, сорвал инжир.